Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. А что, если собрать Аксу Мьёлнир? В принципе, неплохая идея, согласитесь. Практически всегда Акса собирает в тупого танка, инициатора. Например, как обычно, Транквилы, Даггер и Бэдмейл. Я согласен, это отличная сборка, но... Такой сборкой мы просто играем роль терпилы. То есть влетаем там, агрим. И просто якобы пытаемся еще плюс бить с руки. Но! Что если мы будем не просто влетать и терпеть, а если мы будем наносить еще и дамаг с руки. И при этом еще будут исходить молнии. Поэтому вот хорошая идея собрать Аксу Мьёлнир. Он собирается через Майлсторм, апаем в Мьёлнир. Давайте мы вспомним, что делает этот артефакт. Во-первых, у него есть активная способность. То есть, когда мы бьем с руки, есть шанс. Так, шанс 25%, что пойдет цепная молния. Также, когда мы используем на себя щит, есть шанс 20%, что атакующие нас получат разряд молнии. То есть, у нас, во-первых, увеличивается скорость атаки с руки. Мы уже не просто влетаем в замес и терпим, а мы бьем с руки. Это во-первых. То есть наносим урон больше и чаще. Во-вторых, есть шанс, что мы будем ударять молнии. И в-третьих, есть шанс, что враги, атакуя нас, будут получать разряд молнии. То есть, чем больше нас будут атаковать врагов, а, собственно говоря, в этом и есть вся суть Акса, правильно? То есть, прыгнуть в кучу врагов, чтобы он чаще крутился и чаще били молнии. И там будет идти уже колоссальный дамаг. Давайте попробуем. До замеса используем Мьёлнир, прыгаем, агрим, все. Вы видите, совершенно другой дамаг уже идет. И спокойненько убиваем. И даже если мы просто будем убегать, враги нас будут бить, они будут добивать сами себя. Поэтому я вам рекомендую Аксу собирать Мьёлнир. Ну, само собой, уже после Даггера и по случаю уже после Бэдмейла. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.